Значит так, кукусики молодые, с вами, как обычно, Паша Клейнс, и сегодня у меня в гостях Ураган, и сегодня у нас наипрекраснейший день, когда я у него краду рубрики, как бы, да, и это рубрика «С каких скинов меня убьют, те я и буду, собственно говоря, покупать». Так, ага. Я замочкарил первого. Одного убил, молодец. Второй вот здесь. Сайте у тебя? Он типа ставит. Пол хп. Убил. Вот, ну и, собственно говоря, я думаю, что вы поняли суть. То есть это как бы... по скинам... У них ничего нет. Ну вот, киберпанцирь фиолетовый. Что? А я же могу закупать скины. Ты мои скины будешь покупать, если тебя с них убьют? Да. Ну ты меня, главное, сам-то не подставляй. Это правилами запрещено. Не-не-не-не-не. Никто не говорил. Ну я лесенку смотрю, надеюсь, то, что там кто-то выйдет. Ну ты надейся, ладно. Что, встайте, что ли? Я уже забрал. Там... Встайте вас. Вот здесь вот. Вот здесь. А ну, может он спрыгнул? Не, вот здесь стоит. А может я... Давай я его на нож! Давай. В углу стоит! Я его забрал, все нормально. Фига, а я не знал, что залезть вообще можно. Ну да, можно, ты че, это же... Итак, я сегодня 100% что-то солью, поэтому очень быстро вам расскажу про MyCSGO. Это, ты знаешь, что это такое MyCSGO вообще? Это очень классный сайт, где реально можно взять и окупиться. Абсолютно, но я как бы без скинов, я нищий, и, соответственно, ну какая разница, вы можете не быть нищим. Там есть очень много разных режимов, допустим, кейсики те же самые, любой кейсик открываешь, и все у тебя супер. Затем ты пооткрывал кейсы, у тебя есть как минимум 3 скина, и ты можешь их в контракт засунуть и что-то прикольное вытащить. По помимо всего прочего, еще есть режим Upgrade, это мой любимый режим, на который мне нифига не везет, но тем не менее он прикольный. Там с определенным шансом ты можешь проапгрейдить свою пушку, ну или слить. Есть еще режим сражения, конечно же, где ты раз на раз с типосиком, получается, выходишь, у вас плюс-минус одинаковые скинчики, и там уже шанс 50 на 50, кто выиграет. Вот. И кто выигрывает, тот хоба скинчика и забирает. Еще есть режим операции. Это что-то вроде мини-заданий, короче, типа открой столько-то кейсов и получишь там другой бесплатный кейс. И также, к слову, на сайте еще появились бесплатные кейсы. Это очень приятно. Вот. А по моему промокоду нищета. Да я же реально нищий. Вы получите плюс 40% к сумме пополнения, блинские. А еще у меня есть прекраснейший одноразовый вот этот вот код, который вам даст плюс 100% к сумме пополнения от 2000 рублей. Так что юзайте, пупсички, если хотите. Не хотите, не юзайте, что мое дело предложить, но давай продолжать. Ну ладно. Так, ну подожди, а я не знаю, у меня ну без скинов. Ну с XM-ом бегать буду тогда. А у тебя что, там хороший скин какой-то? На XM нет, ну чтоб тебя не подставить, я специально XM возьму. Ну вообще, справедливости ради, если типа с обычного, да, я понял, спасибо. Нормально. Ну тебя не вижу, кстати. Я первого забрал. Фига тут. Меня он убил с обычного, нет, фиолетовое что-то облако какое-то, или барокко, или что-то. ХЗ, что за скин, он был. Посмотрим. Юргентолог, нет, тут еще этот прилетел, собственно. Марокко. Да, только, а что тут нету прикрепленных сообщений, там прочего. Короче, вот, я принял эту пушку. Прекрасно, великолепно, 10 из 10 возможных. Сейчас посмотрим, что там еще, блин. Зачем я начал снимать? А, ты че? Хорош, забирай. Это, а, ну это фигню стоит, но 100%. А почему он у тебя без... скина, типа. А, мы же с читами, со скинченджером в натуре. Да, забыл. Я забыл совсем, да. Друзья, дай я просто посмотрю, фиолетовое барокко сколько стоит вообще? Фиолетовое барокко. Нет, подожди. Я не знаю, как барокко пишется. Барокко. Ну, рублей, короче, 300-400 она стоит. Все, минус деньги, Паш. А их что-то нету тут никого даже. Мне кажется, они уже в сайте, потому что... Нет. Я забрал... А, ты забрал. Ну, я застилил. Ух, ни хрена себе! Там фанера синяя у типа. Он в сайте, может либо пойти мою эмку забрать специальный под... Я могу смог, в принципе, пойти. И он меня убьет. Это будет плюс контент, плюс покупки.
А, сука! На нахрен. О, синяя фанера. А чё он типа норм стоит, эта синяя фанера сраная? Не-не-не. Ну, рублей 50 максимум. Ой, ну хорошо, у меня хотя бы будут скины после этой рубрики. Юрген уже ушел спать, у меня сзади покрывало. Если что, то понятное дело, что покупку я записываю уже после катки. Вот. И соответственно, теперь это фанера. Эх, ну, хотя бы она не так дорого стоит. На это вот спасибо. Я надеюсь, что вы, здесь соберете очень мало лайков, и я не буду... Спасибо. От тебя. Поток информации, я понял. Да, ну вот, чтоб ты понимал, сотня вот эта вот хрень я и купил. Ага. А я фиг знаю, где они. Оба в сайте уже? Они, один вот здесь около меня будет, а второй в сайте уже. Ой-ой-ой, они да. Там оба, да? Они там просто кроссфайером стоят. Один гигл мой взял. Че, убирайте? Ты они оба вот до меня вышли, вот, и это опять фиолетовый барок. Товарный поезд просто. Товарный поезд, да. А я друг знаю, что дружкой. Я сейчас сделаю, брат, смотри. Давай. Я беру, покупаю вот эту вот фигню, короче, XM-ку. XM. Покупаю угу. вот это. И мы просто залетаем на этот сраный плент обоссу, на тупой сук. Ладно, все, понял. Понял. Я тогда направо пошел, просто издалека буду смутить тебя прикрывать так, чтобы... Наблюдаю, не вижу. Я тоже не... Может, они в конце туннеля? Нет, они здесь один. Это новый город. Он по мне лупит, ну ты чё? Опять фиолетовая барокко. Слушай, а мне типа уже три скина одинаково купить не, нужно? Не-не-не, я только? Покупал, ну в самый первый раз я покупал три раза, ой, два раза одинаковый, а потом понял то, что ну это бред. Ну значит я буду по одному брать. Я типа в стендофе одинаковые покупаю, без разницы, а в ВКСке, ну ладно, по одному уж буду брать. Мы же сегодня у... Они кончены? Да, они просто... Окей. Что за мурки? Сейчас он тебя зарежет, прикинь. В натуре? Где? А, он вообще в спине был. Ну нормально, нормально. Раунд я выиграл, это главное. Это такая-то пизда, брыгат. Это просто ужас. Не, ну Артём, ты сегодня в ударе, я тебе скажу. Нормально. Спасибо большое. Не, ну ты тоже не меньше кивок. В отличие от тех каток, когда мы просто безбожно сосали. Не напоминай, а. Ладно. Вот, ну не надо, как будто это флешбеки сейчас пойдут, и я просто плакать пойду. Жёсткий распитатив. Ой, прости, я тебе еще по голове кидал. Это чтобы мы не расслаблялись просто. Да, чтобы не втыкал. Ай. Нормально. Блин, а у меня, чтоб ты понимал, была фул броня, а ты мне попи... Ой, поэтому дал. Поэтому. На 90. По голове дал, Пураган. По голове. Все. Какие вопросы? По головке. Моей маленькой. Такой тупой. Деревянный. Не-не-не-не-не. Члены осуждаю. Снизу не наблюдаю. Чего себе? Да скотина какая, мин... африканская сетка. Покупай скин, с которых убьют. Африканская сетка. О-о-о. Ураган лучше развалил. Че за просто там чуп-чуп сделал пару чего движений. Не, ну нормально, 6-2 уже тащим. Ну че, ураганчик, африканская сеточка великолепнейшая. Сюда, сюда, родулечку. А мы продолжаем играть вот, блин, в это. Ужас просто. Ой, ну ладно, ладно, чего уж там, как говорится, вот эти моменты всякие разные. Да, вот да. Знаешь такую песню? Сколько строек лется на меня этой прекрасной воды. Ты... Пайпер Перри, короче, понял, кто это? О! Пайпер Перри. Ты что, не знаешь, кто такая Пайпер Перри? Нет, конечно, я школьник. Отсюда. Ой-ой-ой! А это из чего? Просто тюспа обычного, я понял. Ладно. Вон да, вон здесь. Вполне может обходить. Хотя он, скорее всего, на бомбе бы сидел. Я бы сидел на бомбе прямо до талого, просто до последнего. А прикинь, если он тебя сейчас обходит сзади. Это вообще будет рост. Нет, не сзади. Ой-ой-ой!
Что мы делаем сегодня, ураган? Просто сила, сила тебя, Паш. Сила, понимаешь, сила тебя духа. Настолько много в моей жизни, что ты просто, ну, влияешь на меня очень положительно, понимаешь? Паш, смотри, держи, вот это тебе. Ой, не-не, спасибо. Ты себе его забери. Я один в один сейчас делаю, как Олег. Да, серьезно? Чтоб ты понимал, этот кат Гунгнир покупал прям вот-вот специально и шел сливаться. А, нормально, правильно. Пока я не наблюдаю, они оба в сайте сидят где-то. Да, скорее всего, они в сайте уже. Их пока не вижу. Первого, не второго. Второго не вижу, но первого я убил, если что. Ага. Ну так, к сведению. Соусову маленькому. А где второй гаденыш? Мне кажется, что он, может быть, обходит. О. Да, он сидит, собака. Слева, Паш. Ага. Давай, за твое здоровье. А бомба выпишу. Около меня сейчас, да? Да. Паш, а у него калаш он взял, если что, Азимов. Я понял тебя. Верю в тебя. Минус 3000 будет. Прикинь, он над дыркой, если что. Это я понимаю. А мы же, да, террористы, блин. Да-да-да. А где бомба? Это не бомба. Внизу валяется. Похрен, выжидай тайминг, чтобы не покупать самое главное. 19 секунд жить. Жить-жить, пожить. Еще жить. Хоть бы не Азимов, пожалуйста. Хоть бы не Азимов у него. Ну его нафиг, я посижу здесь вообще просто спокойно и все. Блин, а кстати, я такой штукой не пользовался. Надо было реально такой штукой заниматься. И стрельни в конце. Прикинь, вас тайминг пришел бы. Не-не-не, не надо. Это за очень плохие тайминги. Не, ну смотри, у него, если что, Азимов еще есть. Понимаешь это? Ну да. Тоже верно. Ну они как ишаки просто в сайте сидят, если что. Прям полные вот такие гаденыши. У меня осталось 5 хп. Сейчас я второго вычисляю, он с калашом вообще должен быть. Блять, тварь в сайте. Натуре с калашом. Паш, давай, верю в тебя. Ты ебаешь, что, блять? Да, на тебя вот один кейсик откроем. Гремучий. Сука, вот потрох, сучий, а! А, нет! Азимов, ёбаный в рот! Блять! Какая это хуйня! Сколько он стоит, этот Азимов ебучий? Ну, две где-то вот так вот. Это же твоя рубрика, давай ты купишь скины, с которых меня убьют. Ну, 1800 он стоит у меня вот в стриме. Вопрос мой проигнорировал, такой, знаешь, типа, давай сам. Понятно. Ураган, если что, то это твой аккаунт. Вот ты мне со второго аккаунта все перекинул, это все постановлено, конечно же. По факту. Может, и будет передавать, фиг знает когда. 1853 рубля. Класс. Очень классно. Вот. И чтобы вы понимали, это реально постановлено. Вот смотрите, я сейчас к урагану зайду, да, допустим. Типа, вот смотрите, это вот он мне сейчас передал. У него уже нету этого. А, подожди, а у тебя же нету Азимова вроде вообще, в принципе. Есть. А, есть. Калаш. Я, блядь, сука, нажимаю, на тебя ничего не происходит. Ёбаный в рот. Это тоже все постанова, то, что вот я сейчас вот так говорю. Бля, в натуре не работает чат, пиздец. Вот, у него сейчас не будет АК вот этого. О, АК-47. А, блин, нет, есть. Получается, это не обман, что ли, ураган? Ну, получается, что да. Блин, ну ладно. Не, ну я просто не потратился уже. Меня уже, блин, убивают! Это обычный МАК-7, соответственно, я его не покупаю. Это уже приятно. Так. Башка такая. Она летела справа. Он все знает, гаденыш. О, где ты еще можешь быть? Сейчас вот здесь тебя будет ждать. И ждет. Он справа, наверное, будет. На ящичках там сидит тварь. Я таких людей называю пивной животик. Ты чё, придурок? А чё, а где пачка? А, пачка, она как бы, да, вот тут вот. Я, правда, не знаю, что он здесь делает. Минус 88 году даю. Я считаю, что в следующий раз нужно снимать рубрику
что оба покупают скин, с которых. Ну, не, типа, знаешь. Не-не-не, тебе кажется, кажется. Это в натуре, нам не нужно. Нафиг оно нам надо. Так все, с моего же скина убивают меня, так что нормально. Натуре, кстати, да. Не, ну у тебя будет прекрасный азимов. Красивый такой. Уф. Выглядит он будет просто бомбезно. Ой, извиняюсь, я алкаш. Откуда он там в тебя стреляет? Я еле-еле его убил просто. У меня сегодня вообще, ну, не время. О! Да, блядь! А, ну это азимов как бы опять. Так что ладно. Ну да. Блядь, это ж сколько я потрачу денег сегодня. Ёбаный в рот этого казино. Ну ладно. Так, вот я слышу. Давай, ураган. Да я не знаю, где этот пиздёныш может быть. Где угодно. Блин, всё в спине. Вот он. Конченый. Запрыгнул. Идиот просто. Душнило, душнило. Он душнило, всё. Согласен. Не нравится. Пошли, что-то в рот топчат. Пора уже, ну, отдавать отпор. Пойдём. Отдавать отпор в натуре надо уже. Чё ты взял? Я понял тебя. Я взял петушка. Я взял МАК-10, давай, погнали. Пойдем просто на лестнице. Выскакиваем, вот так в лицо. И начинаем битбоксы прям уже. Лучший. Да блять! Хорош. Так, азимов я не беру, на не всякий надо. Случай. Не надо. Хотя подожди, ты его и так купишь уже. А, ну нормально, да, кстати, да. Зато с дропом дай, дай мне азимов, я хотя бы сейчас посмотрю, что он там, как он выглядит. Паш, он теперь твой, все. Да понимаешь? Не знаю, блядь, чего тут поделать. Не надо, все, он твой. Ну вон тут. Вот я купил, ребят, вот. А, у тебя еще и дигол. Один вот здесь с авиком. С авиком? А, я понял, они оба. Один у тачки, второй с авиком слева от тебя будет. Не в сайте, наверное, уже побежал. Не, он здесь, блядь. Вон он. А, нифига ты гений. Пошел ты нахуй, мусор, блядь. Раз уж ты с авиком, ты сейчас хуйца пососешь. А нет, а он уже близко, смотри. Уёбище, блядь. God. Это что такое у него? Гадюка, блядь, какая-то непонятная. Не, ну гадюк маг, мага мало стоит. Ну так, мало не мало, но покупать-то надо, видишь. Согласен. Вот у меня сейчас обычная кусик, а скоро будет нихуя не обычная кусик. Пиздец. О, красиво, какого будет. Ой, девочки, мальчики. Хорошо, ой, что мы. Ой. Хорошо, что мы не учитываем, что там понос, не понос там, блядь. Не, ну у меня закаленный, если что, так что нормально. Да иди ты на. Давай, блядь, заебал. По 90 обычный. -27. Постреливай что-то там. Идиотина придурочная. Он задолбал. Вот он. 8-8. Слушай. С говном катают. Ты уверен? Нет, конечно, я просто оправдываю. Меткий стрелок, да, а еще нищий. Ребят, если вам понравилась данная рубрика и вы хотите, чтобы я тратил как можно больше своих денег, то все, что вам нужно сделать, это поставить лайк, подписаться на канал, а также подписаться на Урагана, конечно же.